чтобы с собой не таскать бутылку растворительную. Ну вот, выпили Егермастер, вкусный напиток, а туда пенинчик. И вот, во-первых, плоская бутылочка хорошо входит в этюдничек. И такого пузырька работы на три запросто хватает. Ну вот, сюжет с храмом, с цветущими яблонями. В общем, такая тема заневестилась, тема венчания такого весеннего утра. Птицы поют. Пробуем. Тут даже детская площадка такая. Может быть, она тоже будет участвовать. Тут есть и красные яблони, и светлые. Храм чуть-чуть с центра сдвигаем, чтобы он не был уж совсем. Если говорить, что это за храм, то это храм на крови царской семьи. В 18 году на этом месте, в доме Ипатьева, где была расстреляна царская семья. Самое трудное мы нарисовали. Здесь будет яблоня. Подчеркнуть вертикальный ритм, может быть, даже вот та елочка там у нас присутствует, но почему бы и нет. И здесь опять яблони, такие кулисы из яблони. И дорога к храму, наверное, да? Заложим сюда сразу пятна такие. Нам ориентироваться. Просто растворитель. Араратская зеленая краска. Я ей делаю подмалевок. Она такая более-менее нейтральная. Подходит для всего. С индийской желтой. Хорошо. Яблони — это шар, то есть здесь свет, есть глубина. Как-то так. И вот эта елка, может быть, она там и не нужна, может быть, там будет интересней выходы просто такие вот яблони. То есть не срисовываем натуру совсем тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
можно начинать работать цветом. Хочется задать вопрос, что самое светлое в этом пейзаже? Что будет нашим камертоном? От чего мы будем отталкиваться? Но, судя по всему, это небо. Вот так сильно-сильно сощурится. Но небо, вот если смотреть сейчас блики на куполах, еще светлее небо. То есть вот тут нужно взять какую-то тональность такую, замутнить чем-то тон неба. Он интересный, теплый. Не знаю, передает ли это видео, но, в общем, попробуем. Оранжевое. Можно и красноватый. Как он, ультрамарин розовый, то есть вот я использую. Сразу рисунок уточняем. Притом, чем ниже, тем может быть краснее небо, ближе к горизонту. Выше будет более холодным оно. Времени у нас сколько сейчас? 7 утра, ну даже 7:30, наверное. Самое благодатное время для работы в городе, раннее утро. Прохожие еще не готовы, так сказать, да и машины еще не загазовали. Вот я желтый взял туда и неправильно взял. Грязь сразу появилась, не надо было желтого туда включать. Чуть выше вот можно взять, допустим, зеленый сюда же, вот этот турецкий. Посмотреть, что получится. Хочется свечения больше. Цвет можно чуть форсировать, чуть усиливать. К белому холсту он кажется интенсивным, и когда потом возьмем все остальное, он успокоится и не будет таким яростным. Работаю самой большой кистью, чтобы ускорить как-то процесс. Если здесь теплое, то в этом углу больше холодных. Углы у нас по цвету были разные. Не надо одним цветом красить все небо. Такая техника мозаичного мазка. Вот сейчас берем к небу, что берем? Храм надо будет брать. На дальнем плане. Ну, тут начинаешь еще как художник просто для образа понимать, что свечение-то в данной работе не от солнца, которое у нас вне кадра, а оно может исходить от храма. То есть храм по сути своей это вот источник света. Поэтому какие-то вот движения это световые от него. Можно сменить кисть.
И сильно можно много времени сейчас не тратить на попадание формы, там, деталей. Нам важно давить отношения в целом взять. Поэтому, если чувствуется, что это можно сделать, потом дома уточнить, можно оставить. При этом достать телефон, сделать фотографию. И по этой фотографии всегда можно уточнить детали дома будет. Сейчас нам надо взять тон и цвет. Вот он какой холодный на фоне этого теплого. Какой-то синий. Ни в коем случае сейчас не прорисовываем окошечки там эти все. Это все потом. Начало пятном работы. Внизу он высветляется. Хочется поотчетливее цвет, чтобы был не просто фуза какая-то серая такая, а все-таки более локальный цвет. Сегодня дымка, вчера был салют. Может быть, торфяники горят. Не думаю, что с салюта дым остался, но гремело здорово. 9 мая, День Победы. Ну, вот какая-то такая вот история тут начинается. Все время сравниваем. Сюда смотрим, соседа ловим. Сосед кажется каким-то не таким. То есть все по соседям, по отношениям. Тут будет у меня березка свисать на храм. Во-первых, надо вот завести туда небо, чтобы потом уже его не трогать. Ну, я пальцем это сделаю. Вот сейчас с кисти возвращаться некогда, да и неохота. Можно. Тряпочку вытяну. Еще раз говорю, детали пока можно оставить, не брать. Сейчас важно взять. Сейчас к этому нужно взять дорожки, тон. Кисть тоже сменю. Побольше кисточку. Ножки у нас такие теплые, но они темнее неба.
там вот свет. Синий, оранжевый рядом. Пока такое состояние, потом может тут тени появятся, это мы всегда пересмотрим. Пока можно взять. Угу. Детская площадка. По смыслу она нам тоже подходит. Дети — это всегда хорошо. Ну и такие пятнышки яркие возможно. Но я еще пока это не решил. Посмотрим, как оно будет. Вот и первые прохожие тут. Пока не заинтересованы. Вообще в городе чего бояться рисовать? Некоторые говорят: то я стесняюсь, мне пока не получается. Мне кажется, не стоит этого стесняться. Тут не сплошные Леонардо да Винчи ходят по улице, поэтому... Иногда еще только что-то начал, уже начинает тебе аплодировать. И говорит: о, как красиво! Думаешь: какой я молодец! Потом под аплодисменты, когда такую работу домой приносишь, она оказывается не такой уж и хороший. Тут под яблоней тень. А где-то вот туда можно. Границы там какой-то свет такой. В общем, натура вот подсказывается. Фотка никогда такого не передаст. Холоднее. Пока условно так закрасить. Чтоб вот эти белые пятна нам тут не мешали. Холста я имею в виду. Направление Москва в дальнем плане горизонтально пишем землю, а на переднем, во-первых, она будет более теплая, красная, здесь уже вертикаль уместна. Сейчас надо брать средний план и к этим уже приближаться. Эти деревья кулисные, какие они, с ультрамарином розовым, может быть. Более холодный.
поля подстригли, превратили их в какие-то кипарисы, иногда в пальмы. Желтый. Мне вот эту технику уже показывал я. Синее хочется. Надо было там небо. Небо надо было там завести туда. Сейчас можно. Холодный зеленый против такого розового, может быть, где-то там участвует. Дерево не может быть одного цвета на фоне неба, и это же дерево на фоне вот синего дальнего плана. Они разные не только по тону, но и по цвету. Ёлочка. Я ее как-то так вот рисую. Некоторые художники говорят, ну как ты интересно рисуешь ёлочки. Раз-раз. Еще раз надо найти такой способ, чтобы это было все быстро сделано. Солнце у нас двигается, и в любой момент картинка может измениться настолько, что тут с натуры больше делать нечего будет или начинать новую. Синий фон, вот оранжевый сосед, он здесь вот уместен, такой вот свет оттуда, какой-то оранжевый. Яблони красные еще не расцвели. Надо себя немножко заставить цветом работать, не только тоном. Я уже говорил, что я не цветовик, поэтому мне приходится делать усилия.
в этом направлении, об этом помнить и себя как-то провоцировать. Хотя есть художники, которые об этом не задумываются, просто красиво пишут, такими сочетаниями красок, что любо-дорого.